Пиво и водка возле рынка, вокзала или школы теперь объявлены вне закона в Канавинском районе Нижнего Новгорода. На территории, примыкающей к этим объектам, запрещена продажа алкогольной продукции. Зоны трезвости в районе установлены с ноября 2013 года. Постановлением администрации города мы сейчас устанавливаем так называемые зоны трезвости. Такая практика уже в Канавинском районе нами осуществлена. Просто четко прописана территория вокруг детских садов, школ, социальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, где законодательно запрещено продавать алкогольные напитки. До конца года аналогичный запрет установят в других районах Нижнего Новгорода. Территории, на которых запретят продажу спиртного, будут отмечены на карте областного центра. В документах четко пропишут улицы и номера домов, где проходят границы зон трезвости. Те предприятия, которые попадают в эту зону трезвости, я говорю о розничной торговле, конечно, должны понимать, что лицензию им либо не выдадут, либо не будут продлевать заново при окончании срока. То есть там продавать алкоголь нельзя. Я думаю, что это не лишняя норма для борьбы за здоровый, трезвый образ жизни. Границы зон трезвости нижегородцы смогут увидеть на сайте администрации Нижнего Новгорода.